Всем привет! Сегодня 14 апреля, пятница. Будем сливать масло, менять фильтр топливный, тонкой очисткой менять фильтр масляный, мыть центрифугу, заливать новое масло и выкатывать. А, еще залить в передок масло надо и выезжать на тракторе уже на улицу к барнавальному прицепу. И там уже к сварке, как я говорил ранее, подварить. И так по мелочам надо будет. Масло в коробке пока я не буду менять. И менять резиночки, которые там текут. Потому что надо сливать масло. Но нового масла нету. Поэтому остальные дела с коробкой будут ждать. Почему нету нового масла? Потому что нас затопило мост, через который мы ездим в район и дальше в область. Короче, мы сейчас два села отделены полностью. Еще где-то дня 3-4 придется ждать. А в понедельник я уезжаю в Саранск на Олимпиаду. Вот, такие вот дела. Ну ладно, погнали. Все вроде нормально, сейчас топливо чуть подкачаю. По двигателю останется замена масла, промывка центрифуги и замена топливных фильтров. Двигатель, в принципе, готов. Давайте будем пробовать запускать. Все, маленько прогрелся. Градусов до 50. Теперь будем сливать масло. Все. Пусть сливается. А мы пойдем обедать. Thank you.
Центрифуга чистая. И сам мотор. Собираем. Все здесь умного сделали. Это гайка вместе с корпусом. То есть гайку выворачиваем, сразу корпус ротора слазит. На имзовских же моторах там гайку отворачиваешь, потом стукаешь ротором, чтобы, точнее, валом, чтобы ротор слез отдельно от чашки. А тут гайка вытягивает уже сама. Вот так. Затянуто. Так, друзья, центрифуга на месте, новый фильтр, теперь заливаем масло. Будем запускать и выезжать потихонечку. Масло льем обычное, М10ДМ. Какая-то не синтетика, не полусинтетика, обычная минералка. Все, друзья, масло, верхняя метка, даже чуть больше, потому что пока по фильтрам разбежится масло и убавит. Теперь перед пуском, прежде чем буду пускать трактор, нужно помазать рулевые пальцы, потому что я их не мазал. Друзья, пускаем. Топливо вроде есть, масло есть, все есть. Тоже есть.
Помыл я, короче, центрифугу. Масло пока не меняем. Нету масла. Была грязь, как, в принципе, и в центрифуге на моторе. Вот. Поменял фильтра, промыл фильтр, точнее, стакан грубой очистки топлива. Вот. Теперь, короче, будем подъезжать, зацеплять бороны и прицеплять второй след, потому что у меня отцеплен. Так, ключи собираем. Ну что, друзья, все, я на своем аппарате, все нормально. Осталось у меня только продуть фильтра, воздушный на движок и салонный. В кабинке марафет навести, помыть керхером. И, в принципе, трактор готов. Вот. Такие вот дела. Бороны. Сейчас мы второй след зацепили. Завтра надо... Завтра привезут. Там 4 болта мне надо. Старые сломались. Поменять, короче. И, в принципе, попробовать протянуть сами пальцы барон. Ну, там более-менее нормально все стоят дела. Короче, почти готова машинка. К бою. Почти все. Остаются считанные деньки до старта барнования. Но, блин, я в понедельник в Саранск уезжаю. А, еще спарочку поставить, да, обязательно. Без нее никак. Ладно, сейчас будем в кабинке продувать. Посмотрим, что к чему.